Престольный праздник отметил храм святого князя Дмитрия Донского в Краснодаре. Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Храм в честь благоверного князя Дмитрия Донского закладывался в 2005 году как полковой в память о сотрудниках транспортной полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники полиции жертвовали значительные средства на благоукрашение храма и сейчас являются его прихожанами. Руководство и офицеры транспортной полиции также присутствовали на архиерейской литургии. Невозможно сейчас представить жизнь управления на транспорте по ИФО и данного храма как-то в разрыве. Значит, у нас очень теплые отношения и с прихожанами, и с отцом Сергием. Что требует душа? Мира, добра, тепла, уюта, спокойствия. И поэтому вот это вот теплое, доброе взаимодействие. Очень много сотрудников нашего управления ходят на службу, помогают в той или иной мере. И мы своими силами стараемся поддерживать вот эти теплые, добрые, дружеские отношения на благо служения нашей страны, Родины, России. На приходе активно занимаются воспитанием молодежи в духе патриотизма и любви к православной вере. Два года при храме действует отряд «Братство православных следопытов». Примером для своего служения юные скауты считают своего небесного покровителя, русского князя и воина, святого Дмитрия Донского. Самое важное, я считаю, что наша организация «Братство православных следопытов» делает, это сохраняет ребят в возрасте там, 12-18 лет в храме нашей деятельностью. В этот день церковь чествует не только великого князя Дмитрия Донского как покровителя русского воинства, но и его благоверную супругу, княгиню Евдокию, в монашестве преподобную Ефросинью. В своей проповеди митрополит Григорий напомнил о подвиге этих русских святых, которые своим служением явили настоящую любовь к своему народу и своей земле. И все это отдается Богом не случайно, ведь святые для нас – это образцы для подражания. И церковь, прославляя того или иного угодника Божия, указывает нам на человека, на такого же, как и мы с вами, но тем не менее, благодаря своей святой жизни, приблизившегося к Господу нашему Иисусу Христу, приблизившегося к идеалу. И за святую жизнь, за его стремление к исполнению того идеала, о котором проповедует Христос в своей земной жизни, Господь и дал святому благоверному князю силы и дерзновения. Богослужение по традиции завершилось праздничным крестным ходом под колокольный звон. Радостный пасхальный перезвон искусно выводила юная воспитанница приходской воскресной школы. Во главе шествия несли икону святого Дмитрия Донского. Владыка Григорий щедро окропил всех святой водой. Настоятель протоиерей Сергий Токарь поблагодарил митрополита Григория за совместные молитвы в этот особый праздничный для храма день. Владыка Григорий благословил отца Сергия и его верных помощников продолжать развивать добрые приходские инициативы. Особо активных прихожан митрополит Григорий отметил архиерейскими грамотами. Епархиальные медали святой великомученицы Екатерины второй степени был удостоен Олег Константинович Воронцов.